ты не в цирке, здесь дорога. Ну кого ты удивишь? Повернется руль немного, под машину угодишь. Так играючи дети закрепляют знания о правилах движения и дорожных знаках. Ребята побывали в роли пешеходов, пассажиров и, конечно, водителей. В дошкольном отделении «Городок» теме безопасного движения уделяют внимание с самого раннего возраста. В нашем дошкольном отделении систематично проводятся все занятия, посвященные правилам дорожного безопасности детей на улицах, на дорогах, в общественных транспортах и во всех учреждениях, так как жизнь и здоровье детей зависит от нас и от окружения. И мы нашим детям с самого младшего возраста объясняем, показываем, обсуждаем все правила дорожной безопасности. В мероприятии приняла участие инспектор по пропаганде дорожного движения. Ирина Кулигина рассказала детям, почему нужно быть внимательным на дорогах и пешеходных переходах. Сами же дети показали своим сверстникам, своим ребятам, что такое правила дорожного движения, как необходимо безопасно себя вести на дороге, какие знаки дорожные существуют. Рассказали это все в виде такой игровой формы, доступная для детей. По словам специалистов, самый эффективный способ донести информацию детям является игра. А знания, полученные детьми в детском саду, должны закрепляться дома, в семье. Маленькие пешеходы не только освежили в памяти правила дорожного движения, но и узнали много нового и интересного. Татьяна Горностаева, Александр Соломкин, Первый Мытищинский.